Между Угандой и Тринидадом и Тобаго Украина оказалась среди стран с самыми опасными кланами. Рейтинг составили эксперты Всемирного экономического форума. Безопаснее всего жить в Финляндии и Норвегии. А вот последние места в списке занимают страны из Центральной и Южной Америки. Самые опасные бандитские группировки Гондураса, Венесуэлы, Мексики, Ямайки и Колумбии. Украина 113-я из 137 стран. Для сравнения, Россия на 86-м месте, а Молдова на 94-м.